Дорогие земляки, я родился и вырос в городе Николаеве. Здесь жили мои родители. Здесь живет моя семья. Я люблю наш город. И большую часть своей жизни я посвятил служению ему. 10 лет я являюсь депутатом городского совета. И все эти годы мне приходилось бороться. Бороться с теми несправедливыми решениями, которые были направлены против горожан. И эта борьба не была напрасной. Нам очень многого удалось достичь. Я приобрел огромный опыт и знания. И сегодня готов использовать его не только для нашего города, но и для нашей страны. Я иду в Верховную Раду, чтобы продолжать бороться. Бороться и созидать. Пришло время изменить ту порочную систему, при которой государство служит олигархам. Государство должно служить людям. Мы должны отменить те законы, которые поставили нашу страну на колени, а людей на грань выживания. Это пенсионная реформа, это земельная реформа, это налоговый кодекс. Украина обладает 1/3 мировых запасов чернозема. У нас огромный производственный потенциал. А самое главное, у нас очень мудрый и трудолюбивый народ. Поэтому возрождение села, развитие предпринимательства, восстановление производства обеспечит молодым уверенность в завтрашнем дне, а пожилым достойную старость. 28 октября выборы в Верховную Раду. Можно смириться с тем, что ничего нельзя изменить, а можно прийти и сделать правильный выбор. И тогда ваш голос не будет использован против вас. Время пришло освободить парламент от слуг олигархов, обновить власть и начать работать на страну и людей.